Привет, всем, меня зовут Люся, мы продолжаем сегодня Ползомби, конечно же, мы продолжаем. Мы эту игру скоро пройдем, когда это скоро, я даже не знаю, но мы пройдем, мне кажется, за эту неделю, поэтому мы начинаем эту игру. В общем, левел 6, вы подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Так, мы начинаем, у нас здесь, получается, появился самый какой-то непонятный, может быть, он лед делает или что, я не знаю, но мы собираем. Так, давайте собирать. Так, вот это да, это да, это да, это да. Так, поставим сюда, возможно, мне кажется, либо вот это, либо вот, не знаю. Ну ладно, давайте пробуем, что там еще можно сказать. Давайте пробовать. Если у нас не получится, то все будет печально. Давайте начинать. Солнышки собираем, как обычно. Здесь мы не ставим пока что ничего. Просто солнышко собираем. Я удивлюсь, что будет сейчас первый. Ладно, не будет первый этот. Просто я бы удивилась, бы первый такой на машине едет такой. Я такой, нет, я умираю. Ладно, такого не будет, потому что вряд ли. Потому что, когда начинаешь, да, зомби первый только должен обычный. Но сейчас они учащаются. Учащаются, уже начинаются. Поэтому мы сейчас собираем быстренько. Хотелось бы... Почему модификация не сработала? Хотя я купила же. Модификацию. Как мне модификацию сделать этого? Или не, или другое надо? Где это взять? Не понимаю. Ладно, посмотрим. Сейчас посмотрим. Вначале нам нужно поставить сюда. Так, ставим. Ставим мы, конечно же, сюда. Так, мы, у нас идет уже этот, а я ничего не поставила. Так, поставили. Отлично. Отлично пока что. Нам нужно поставить... Не-не-не, мы пока не будем ставить это. Мы ждем пока что следующего. Давайте ставим вторую. И ждем дальше, потому что у нас... Ой, а если он пойдет сейчас внизу? Ой, нет. Так. Попытка переподключиться. Ну ладно, я не знаю. Так, ладно. Давайте сюда ставить. Пока что мы, у нас все нормально, все хорошо. Так, здесь сюда поставим. Сюда ставим тоже. Так, пока ждем. Так, пока что никто не идет, все хорошо. У нас сегодня... Опа, идет. Так, мы не ставим сюда вот это... Хотя можно и подождать. Подождать, да. Нам нужно подождать до 300-250. Что я говорю? Ладно, пока ставим вот это вот, потому что нам нужно подождать немножко. Давайте еще один солнышко поставим, потому что нам не хватает денежек. Давайте ставить. Я боюсь, конечно же. Я боюсь то, что мы неправильно сейчас поставили. Но я пыталась. У нас пока этого нет, он не едет пока что. Поэтому нам сейчас особо не надо переживать об этом. Опа, уже едет, давайте взрывать. А что это я сделала-то? А он сможет? Да, как это вообще возможно? Я не знаю. Он просто прыгнул на него и все. Ну и все. И отлично. Он уже нам прокатал эту. Ну ладно, нам она все равно не нужна. Мы ставим вот сюда тоже. Ага, зачем? Ну ладно, поставили, как поставили. Ух. Я уже переживаю, потому что... что я сделала, я не знаю. Ну ладно. Ладно. Ждем пока что три. Тоже так же сделаем. Тройную, хорошо. Ставим сюда тройную. Отлично. У нас здесь в середине всегда тройная. Я не знаю, почему, но мне нравится. Так, давайте мы ждем тройную еще. Подождем, потому что наверху надо нам и внизу поставить. Потому что тоже нужно поставить. Так. Собираем солнышек. Так, отлично, отлично. Здесь перчик. Перчик я не хочу его использовать. Я уже поняла, что перец был неуместным. Неуместным перчиком. Так, давайте ждать. Мы ждем до конца, опять до 325. А потом мы попробуем, знаете что?
Сейчас пойдет этот, наверное, 10 штук, я не знаю, или сколько. Но, наверное, я возьму его и пришиблю вот этим зеленым. Что это такое? Огурец или что это? До свидания. Все, до свидания, хорошо, отлично. Ну, а здесь все остальное я не буду мешать им. Пусть идут. Просто пусть идут. Я уже выиграла, поэтому спасибо большое, спасибо. Poop stars and hearts zombies that step on it. То есть это, мне кажется, что начинают просто двигаться, и своими шипами зомби начинают умирать. Ну, то есть дамаг делать на зомби. Поэтому я поняла, но я не знаю, если мы поставим, возможно, что-то получится, возможно, нет. Подождите. А, вот он, 250 он стоит. 250. Но у меня не получится 250 ставить. Нету денег таких. Мне только если очень много солнышек поставить. Но нам все равно придется вот это ставить, потому что нам соточка. Вот это уже поставить надо. Ну ладно, ставим пока что. Вот это тоже ставим. Это я не буду брать. Это вот это. Я вот не знаю. Мне кажется, ничего больше не надо, потому что у нас все вроде есть. Что? Are you sure you want to use the Gatling P without the repeater? Что значит репитер? Чего? Не поняла вообще. Не поняла, ладно. Да я просто хотела попробовать. Что такого? Что, уже и попробовать даже нельзя его? Давайте второй ставим. Ставим второй. А у нас здесь сегодня уже и понятно, что у нас, я не знаю. Давайте ставим вот сюда. А я не знаю, почему он спросил, почему. Ладно. Непонятно, ладно. О чем речь вообще была? Я не поняла. Ставим еще один солнышко. Потому что у нас вроде бы пока что никто не идет в других сторонах, поэтому мы ждем. Так, куда ставить? Сюда ставить, хорошо. Так, следующее вот сюда ставим. Давайте под солнце ставили. Поставили, все. Так, идет здесь. Все, теперь ждем опять. Опять и опять. Но это снова получается, да? Так. Мы сюда поставим вторую. Я не знаю, если была ошибка, простите. Так, давайте... Нет, это не ошибка, это было нормально все. Все нормально, все нормалюк. Так, денежки получаем, забираем, а то исчезнут еще. Так, сюда поставили, все поставили. Чем больше у нас солнышек, тем лучше. Но, смотрите, мы солнышки ставим побольше, потому что у нас... Так. Сюда мы тоже ставим. Сейчас будет первая волна, я еще не подготовилась даже. Я еще даже не подготовилась. Давайте ставим сюда, а еще нужно еще поставить и вот сюда. Давайте еще одно солнышко ставим, и все, и вот сюда. Потому что нам нужно... Так, пока что. Пока что мы вот сюда ставим по 25. Сюда. Сюда. Сейчас будет хьюг зомби. Поэтому пока что мы вроде бы все нормально. Опа. Давайте ставить. Так, все, поставили. Теперь следующее у нас получается. Что-то маловато, да? А я не понимаю. Blend repeater first. Repeater. Как это repeater? Что за repeater-то? Не понимаю, что за repeater, я не понимаю. Серьезно. Что такое repeater? Можешь сказать? Или мне нужно было поставить двойную, что ли? Не понимаю я. Ну вот я сделала. Ладно, потом посмотрим. Я не знаю, что-то я не то сделала.
У нас и так хорошо сейчас, и у нас идет все. Хотя нет, уже нет. Уже нет! Так, вот это стоит вот здесь. Это мы не будем ставить пока что. Потому что он дойдет сейчас, поэтому вот так вот. Так, ставим сюда еще один. Так, ладно. Я не поняла, что такое репитер. Какой репитер? У меня стоит вот этот. Я не понимаю, а в чем смысл? Двойной, да, получается? А, наверное, да. Ну, давайте подождем, что... И репитер уже в другой раз попробуем. Просто я не знаю, я вот первый раз сделала это. Я не знаю, не помню, как это... Нет. Репитер. Так, сюда ставим. Вот сюда ставим тоже. Чем больше вот этих, тем лучше. Сейчас я не знаю, что будет. Потому что на нас так много нападает. Но мы ждем. И сейчас прыгнет он на него. И его нету. И отлично. Все отлично. Сейчас мы ждем. Я не знаю, что мне делать сейчас. Просто давайте еще сюда поставим. Сюда еще один поставим. Ну и все. Больше я не знаю. Ой, блин. Давай прыгай на него. Отлично. Интересно, на последнем моменте что там будет? Мне кажется, самое сложное. Самое сложное уже позади, хотела сказать. Так, поставили, все поставили. Теперь мы ждем. Опа. Мне кажется или нет? Или мне кажется? Ладно, мне кажется. Так, мы собираем все-все на своем пути. Все. Тройная. Тройная обязательно. Опять он сохавал что-то. Давайте ждем еще тройную. Я не знаю почему, но это получается двойная. Просто за 200, а это за 250. Ну, я не поняла. Как это вообще возможно? Ладно, потом посмотрим, я не знаю. Надо почитать нормально просто. Давайте. До свидания. Так, сюда ставим еще один. Этот пусть прыгает. Отлично. Сейчас пока что мы пока что выигрываем. Потому что у нас еще кто-то идет. Хотя он не дойдет. И мы выиграли. Так, заряд фаербол. В общем, зарядные, которые они используют фаерболы. Левел 8, поехали. Сейчас посмотрим, что там написано. Каракатица какая-то. Вот что это такое? Вот можно посчитать? Вот это вот что? Нормальный для... Так. Вот это что ли? Репитер. А, ну да, я поняла, все. Нам репитер не нужен, поэтому мы собираем, как обычно. Давайте собирать. Вот это. Давайте вот этот, что ли. И поехали. Просто репитер здесь нам не нужен. Потому что репитер здесь вообще не нужен. Если мы поставим, у нас не получится все остальное поставить. И у нас мы проиграем. Надо было солнышко, да? Побольше. Ну ладно, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Пока что мы ничего не будем ставить, просто солнышки одни ставим. Пока что никто не идет в других сторонах, поэтому... Не, не поэтому. Давайте вот сюда ставить. Вот сюда тоже поставим. Это хорошо. Теперь это сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Угу. Хорошо. Так, сюда... Нет. Мы ждем, потому что у нас это вот сюда двойное должно быть, потому что у нас с конуса. Он съел. Он съел меня! Давайте поставим горох. Ой, я хотел горох. Горох. Просто у нас не получится тогда ничего. Так, давайте ставить еще одну.
Я не хочу, в самом деле, ставить, переставлять что-то. Давайте сюда еще ставим. Побольше солнышек, опять же. Солнух. Опять. 25, хотел сказать. 25, так, ладно. Ставим сюда. Ждем. И, конечно же, поставим... Опа. Сюда ставим. Вот это... Что-то многовато уже идут. Мне не хватает ничего. Так. Я уже беспокоюсь за то, что я не поставила ничего, потому что у меня незащищенная территория, понимаете? Я боюсь этого. Я боюсь. Я ставлю больше, но я не знаю, у меня не получается. Нет, получается. Я говорю, что получается. Все будет получается. Так, давайте поставили уже. Поставили. Так. Опа, что такое? Так, ставим. Ой. А, все нормально, все хорошо. У нас отпустили. Так, давайте ставим сюда еще побольше. Я не знаю, еще вот сюда. Ой, зачем? Зачем нам это? Вот сюда мы ставим. Угу. Угу, все нормально. Ладно. Ладно, я поставила не то, что я хотела. Ладно. Фаерболы. Ну, можно фаерболы поставить, кстати. Прикольно было бы. Ну, это мы просто на пробу попробовали, и все. Ну да, и нас едают. И нас едают, понимаете? Давайте фаерболы ставить. Что уже здесь поделать? Я не знаю, тройной я не смогу поставить, хотя я должна поставить была. Я просто в рандом просто ставлю, тыкаю, я не знаю. Мне просто очень быстро надо вот смотреть туда-сюда. Я не знаю. Так более-менее нормально. Так, ставим сюда. Отлично. Так, ставим это тоже сюда, но, к сожалению, к счастью, мы сейчас соберем и тройную поставим в одном месте. Или уже не поставим. Ну, сейчас будем ждать и будем смотреть уже за результатом. Здесь он прыгает, здесь он, получается, захватывает. Ага, ага. Фаербол сюда поставим. Ой, у нас уже все. Картоха. Вот я не знаю, что это. Нет, это не картоха, это тел-нут. Это получается утолщенный нут. Так, левел 9 и левел 9, поехали. Давайте сегодня 10 уже левелов пройдем и уже закончим. Так, посмотрим. Ну, также поставим, наверное. Зачем нам вот это, я не знаю. А, он не перепрыгнет, что ли? Да, наверное, он не перепрыгнет, что ли, да. Ладно, 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 ладно. Это 100%, это 100%, это 100%. Угу. Я не знаю, ставить или нет это. Ладно, поехали. Поехали. Может быть, следующую левел 10 на следующем видео мы снимем, потому что уже 28 минут. Может быть, потом. На следующем видео мы закончим как раз и начнем уже следующее. Как вам? Нормальная идея? Наверное, да. Потому что у меня памяти мало, я же на телефоне снимаю, поэтому... Лучше закончить, а потом уже на следующем видео уже продолжить. Сейчас мы соберем солнышек, как обычно. Солнышко — это обязательно наше сокровище, понимаете? Сокровище, думаю, да. Так, следующее у нас получается, ничего не получается. Поставим вот сюда. Так, сюда поставили, так, сюда ставим еще. Больше собираем солнышко. Вот сюда ставим, угу. И ждем дальше, как будут развиваться события. Угу. У нас 3 захода. Зомби в большом количестве. Поэтому мы должны, чем больше у нас оборудуем, тем лучше.
Здесь он бежит, 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 но он не добежит, потому что я поставлю сюда. Ой, зачем? Зачем он это сделал? Ладно. Фаербол поставили, он не добежит. Да, он не добежит, потому что фаербол, он делает как крит урон, получается. Один, может, как три или четыре. Мне так кажется. Мне так кажется, понимаете? Кому-то кажется по-другому, поэтому я не знаю. Сюда мы не будем ставить. Так. А мы не поставили сюда даже ничего. Спасибо, что ничего не поставили. Нет. А ладно, все поставим сейчас. Все отлично поставили. Так, сюда ставим еще. Он не доплывет. Скажи, что не доплывет. Да, не доплывет. Мы сейчас ставим, не знаю куда. Но... Так, ставим сюда вот это фаербол. Вот сюда ставим вот эту штучку. Заросли наши. Опа, фаербол ставим сюда. Я не знаю, фаербол он действует на вот этот вот, как его, на этот. Или не действует уже. Ладно, давай, помогай нам. Помогай нам. Так, сюда поставили вот этот еще один. Вот сюда поставили еще один. В общем, везде ставим, поэтому... Все отлично пока. Давайте еще поставим. Хочу тройную поставить, потому что... Ну, ладно, ждем пока что. Опа, хорошо, мы поставили тройную наконец-то. Наконец-то. Ладно. Так, собираем, собираем, все собираем. Дэновки, понимаете, солнышки. Он перепрыгивает и нас оттягивает. Хорошо. Так, и сюда поставили. Он не перепрыгнет и он не добежит. Поэтому мы ставим сюда еще вот их. И дальше. Дальше у нас получается еще один. Угу. А почему он, когда выстрелит, он не сделает на три штуки? Или я ошибаюсь? Ладно, я не ошибаюсь. Может быть, ошибаюсь, поэтому. Видите, три штуки, но один фаербол, другой нет. Поэтому я не знаю. Так. Мы можем поставить уже вот сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отлично. Опять еще один идет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А он еще не перезарядился. А, он взорвался. Ага. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня на волоске это все происходит. На волоске. Я не знаю как, но мы пока выигрываем, понимаете, с какими-то вот ущербом, я не знаю, ну ущерба вроде никакого нету, но очень-очень плотно, хотела сказать. Потому что он сейчас нас задавит! Он задавил нашу картоху, опять картоху. Давай ставить сюда, потому что это обязательно... И мы ничего не сможем сделать, понимаете? Чем быстрее... Здесь еще большая пойдет, понимаете? Что же мне делать? А вот сюда вот поставили. Все! О, нет! А что мы не можем поставить его сюда? Ладно. Придется ждать, чего нам еще ждать придется, потому что у нас получается ничего не получается. А, ничего, давайте. А, все, отлично, спасибо. Привет, мы что-то типа Heard You Were Having a Pool Party. Мы думаем, что это весело. В общем, это зомби. Но мы можем продолжить сейчас левел 10 и уже на этом закончить. 40 минут будет, но ничего такого страшного нету. Я, наверное, немножко... А на целых 50 поставлю, чтобы
побыстрее было. И вам, и мне быстрее будет. Так. Поставили сюда. Пока что горелку никуда не ставим, потому что нам... Зачем нам ставить горелочку, да? Горелку надо ставить, когда очень много людей на одной... Понятно, да? Сюда мы ставим вот это вот, понимаете? Это отлично. Отлично. Пока что все отлично, у нас ничего не происходит. Зачем нам это? Ну ладно, поставь. Ой, не туда поставила. Так, ставим сюда еще один. Этот мы не будем ставить пока что. Ага. Ну. Давайте ставить. Давайте ставить сюда вот этот большой. Так, ставим сюда еще один. Я не знаю, я тропу делаю такую страшную. Еще один поставим. Так, давайте сюда еще поставим. Угу. Так. Что мы можем еще поставить? Вот так, помните. Ой, у нас еще три штуки, понимаете? А у нас еще даже в середине ничего не сделано. Ладно. Просто подоставила их, и все. Пока что нам ничего не надо ставить, поэтому... Оп, так лучше. Так, нас идут. Да, понятно. Пусть тропа будет большая, да? Такая тропа. Нам же кушать, наш кушать не будут. Не будут, конечно. Не будут. У нас куча тропы. Большой такой. Как раз. Так, сюда мы ставим уже. Уже ставили. Поставили все. Итак, собираем монетки. Сюда ставим еще один. А еще нужно мне поставить. Куда мне поставить? Сюда. Я не знаю. Ага. Это вот сюда получается. Нам нужно взорвать где больше. Хотя зачем? У нас вроде все нормально, все отлично пока что. Ладно, взрываем здесь. Пока что, да. И вот здесь. Просто на самом деле не нужно было. Но у меня просто нужно продвинуть, чтобы поставить что-то другое. Поставила на него, и он взорвался. Ладно. Опа, дрынь. Раз перепрыгнет, его захватит. А мы не можем. Ну ладно. Ставим. Хорошо, отлично. Теперь мы ставим сюда, и все, и нормально теперь. Теперь никто к нам не придет. Так, отлично, сюда ставим. Я просто промолчу, потому что у нас закончен. Это будет смешно. Опа. А, он сломал его. Он сломал. А как это так? Ладно, ставим так, как я могу, и все. Фаербол мы не будем ставить, мы поставим вот этот. Вот это сюда. Ой, зачем я это сделала? Ставим сюда, так это сюда. Вот это так, Да, я просто так. Потому что очень сложно уследить за всем, потому что это вообще... Куда там ставить, я не вижу. Просто закрывает это все, я не вижу. Ой, я неправильно поставила опять. Угу. Он взорвется сейчас, поэтому отлично. Так, поставим. А, это последняя, поэтому все нормально. Или не последняя. А, ну все.
Aquatic plant that shoots short range spores. А мы на этом закончим. С вами была Люся. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до встречи, всем пока, на следующем видео.